поручению главы Каспийска Бориса Гонцова сотрудниками администрации муниципалитета совместно с общественной палатой прошло выездное заседание на объекте стелы «Гора трудовой доблести». В ходе встречи рабочая группа ознакомилась с ходом строительных мероприятий на данной территории. На сегодняшний момент ведется работа по укладке тротуарной плитки, значит, по облицовке стелы. И мы приступаем на этой неделе к облицовке пилонов. Планируется озеленение начать с 25 октября, для того, чтобы деревья могли приняться и делать прекрасный вид этому памятнику. Кроме того, совместно со строительством архитектурного объекта также будут проходить работы по благоустройству бульвара имени Абдуллаева. По словам первого заместителя главы города Сергея Шахвалиева, было принято решение о посадке сада памяти вдоль бульвара в честь каспийчан, не вернувшихся с полей сражения за Родину. Была произведена санитарная обрезка деревьев. Деревья остались в целости сохранности, они будут расти дальше. Кроме того, будут дополнительно высажены в соответствии с проектом зеленые насаждения. Отметим, что планируется завершить работы 5 декабря текущего года.